И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике мы сегодня будем играть в Warface, а именно... Да, Warface, да, опять Warface. Ладно. Что ж, ладно. У меня тут проблема немного с видео, ну ладно. Это, думаю, никак не помешает мне. Итак, сегодня мы будем играть в... Во что мы там будем играть? Играть мы будем сегодня, опять же, в Ледокол. Не знаю почему... Не знаю, блин, извиняюсь. Ну да, ладно, сейчас все сделаю, сейчас все придумаю. Так, склад, нажмем склад. Ставим самое крутое оружие, точнее, давайте в магазин зайдем. Посмотрим, что есть. Так, сайга мне пока что недоступна. Потому что у меня ранг маленький. Ладно, оружие. Значит, что? Давайте попробуем, я не знаю даже, что попробовать. Я не знаю, что попробовать, ребята. Я, правда, вообще думаю, не знаю, что купить. Что за ЮТУС и ЮТС? И зачем они нужны? Это вином у меня есть вообще. 5000 всего стоит, офигеть. Всего лишь 5000, охренеть, снаряжение. Шлем у меня есть. Броник пока что у меня не все открыты. Есть какой-то еще вот такой вот. Это, видимо, дорого для меня еще. Перчатки какие-то. Перчатки. Новые такой из этих вот этот. Вот эти перчатки дорогие. Больше у меня нету. Ботинки. Вот нафига есть боевые ботинки. Итого мне это все выйдет. Сколько вообще? 10 тысяч? Нет. Если вообще подумать, если это все купить. То вообще сколько выйдет. Ладно. Так, надеюсь, у меня этого. А, да, точно. Еще мы откроем сегодня. Но сначала подпишитесь на мой канал. Это первое то, что нужно. Наверное, в следующем видеоролике открою уже кейсы. Так. Ладно, начинаем. Спецку. Извиняюсь, я забыл переодеться. Что-то. А, да, вот так. Так, сайга мне не понравилась, потому что она немного туповатая. Что тут еще есть? Это нет. 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 Ну, это нет у меня. Так, ну тогда остается только что? Ну, точно не сайга. Давайте попробуем. Или с этого. Давайте хав вот этот хав памп попробуем. Из оружия берем на один, ну да, на 11 дней, наверное, хватит нам. А, этот починим. Починим давайте. У нас 6 тысяч осталось. Всего лишь. Ну что ж, а это что? Тоже на 70. Что же мне выбрать? Похрен. А! Они все-таки чем-то отличаются все-таки. А, нет, не отличаются ничем. Здесь! Здесь, значит, тоже ремонт. Значит, много чего надо ремонтировать. Здесь серьезно много чего не сремонтировано. Ну ладно. Так, ускорителей нет у меня. Нож. Я думаю, все-таки, наверное, в югу возьму. Нет. Продление невозможно. Потому что надо пройти. А, тактический меч, топор зомби есть. Я его тоже не могу взять. Ну ладно, окей. Ладно, погнали тогда катать в саму игру. Здесь больше мне ничего нельзя. Так, реанимировать. Я думаю, да. Мне больше здесь ничего не пригодится. А, ну да, сайгу надо еще починить. Как же я забыл. Про сайгу-то. Так, ну это чинить не надо. Ладно. Ну что ж, мы подготовились. Вот так я подготовился к легкой сложности. Ладно. Попробую затащить. Если не получится, то... Извините, но не получится. Вот смотрите, какое оружие вообще. Какое оружие, блин, что я говорю? Какое оружие? Так, нож стандартный. Вот смотрите, как он стреляет. Давайте проверим. Довольно-таки
Не, ну конечно, это можно назвать нормой. Вообще, сама стрельба, но это не норма, это точно не норма. Потому что, смотрите, дробовик какой-то порылся. Немного. Но. Этой всей хренью можно реально подстрелять. Давайте попробуем. Давай. Тихо, где они? А, вот они. Начинается уже, все, можно готовиться, наверное, к игре. Окей. Ладно, 300. Так, все, мы начали. Вот, пожалуйста, вот, друзья, или я не знаю даже, как вас назвать. Ребята, вас не назовешь. Ладно, друзья, пожалуйста, вот, вот, пожалуйста, вот посмотрите, вот с кем я играю вообще. Я пока что отойду немного. Вот с кем я играю? Вот вы подумайте. Я один медик, они, смотрите, они... Мы не затачим. Если мы играли уже... Ну, это без вас я, конечно, играл. Там уже были ранги посерьезнее. Точнее, как посерьезнее. Вообще серьезные были ранги. То здесь... Не назвать таким серьезным рангом, конечно. Это вообще не ранг, это даже не ромб. Это вообще что это такое? Как это, как с этими играть вообще? Я не знаю. Я зря потратил жетон. Шли бы они там на этот, как его, на этот сраный вулкан играть, я не знаю. Кто он там? Анубисы и всякие другие, еще кто там есть. Какая-то еще карта была? Я забыл, какая. Ну или на черную акулу, хотя они там просорут тоже. Еще я не знаю. Ну, здесь им делать нечего, вот я вам говорю. Здесь этим нубам делать нечего. Я знаю то, что я сам нуб, но они нубее меня, это точно. Потому что, я не знаю, как это объяснить. Но вряд ли они затащат. Это вот, если даже самые крутые ранги, которые я играл, специально собрал команду, специально их всех ждал, потом... Нет, ну точнее, я ждал всего двух человек, а потом они пригласили еще двух человек, но это не важно. Важно то, что я играл с самыми крутыми рангами, там, ну, были такие, ну, значки покруче, чем вот эти. Намного покруче даже, чем у меня ранг. Там были всякие птички, там, ну, вы поняли. И просто вот мы проиграли на конце, как вы помните. Это вот, я не знаю, как это объяснить. Мы не затащим, вот я не знаю. Зачем я взял только этого сраного медика, я не знаю, если у меня не хватит патронов. У меня потому что даже не хватит патронов, чтобы все это сделать. Что-то. Кстати, да. Оп, what the fuck? Yeah. Концентрируйте огонь на вертолетах. Ну. Опа. Йоу, это идеально. Давай, давай, давай. Опа. Ах ты лох. А, улетел. Вышли. Ракетный крейсер готовится к атаке. Укрытие. Давай, давай, взорвай, взорвай. Я же прям уже приготовился, все. Есть! Троих. Забудьте о крейсере, у нас новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Это пиздец, ребят, короче. Ракеты готовятся к запуску. То, что сейчас будет здесь происходить, это вообще капец. Ракеты запущены. Ебать! Ты ебанутый. Знаешь, пидор. Бля. Сука, ты... Я не подходил, я остановился. Если бы тут были видны кнопки, которые я нажимаю, видно было то, что я остановился. А этот пидор... Блять, все, это пиздец.
Этот, короче, дебил. По-другому назвать его нельзя. Нет, конечно же, можно. В общем, он меня подтолкнул так, то что я все-таки на эту мину нарвался, да. Я видел ее, вот эту мину. Я хотел в нее выстрелить, чтобы она взорвалась, ну, и в меня не попала. Но этот Алекс, я его нахер выгоню сейчас. Я его нахер выгоню. Он дебил. Все, сразу F8 написал. Этот дебил, я не знаю, это как надо играть? Это даже какой игра? Это игрой назвать нельзя. Слиться, блин, на такой херне. Так невозможно, ребят, это нельзя так играть вообще. Это как так вообще играть надо? Что за команда, блин? Блин, вообще. Это такая команда. Это я такой команды ни разу не видел, ребят. Вот сколько я играл в Warface. Да, сейчас эти еще подорвутся, дебилы. Потому что ранги вообще пиздец. Других слов нет. Охренеть. В Warface автоматом нельзя ругаться в чате. Ладно. Зато здесь буду ругаться. Потому что это капец. Это вот, я не знаю, как они так играют. Смотрите, они сейчас сольют вот полностью вообще. Они не знают, как проходить эту карту вообще. Я-то ее играл на миллион раз уже. Ну, не миллион, конечно. Ну, раз 10 точно я ее прошел уже. Это, наверное, 11 раз, когда я снимаю. В общем, это капец будет, конечно, если они еще просудят. Зря, вот я вам говорю, зря жетон потратил. Я уверен, то, что они даже не дойдут до той штуки, которая... Взрывать надо. Следующее. Подорвался. Дебил. Все. Я в чате даже им писать ничего не буду. Я просто им в чате даже писать не буду. Они еще... Нихуя, если у них богатые, блядь, знаки. Но они все проебали. Все, слов нет. Все, слова закончились, все, начался мат. Потому что других слов нет, ребят. Я, конечно, извиняюсь, подписчики мои, извиняюсь, конечно, что я ругаюсь матом. Я обещал, то, что я не буду ругаться матом на своем канале на этом. Но они просто вынуждают меня ругаться матом. Хотя нет, я вам не обещал, но похуй. Вот, блядь, пидор. Знак! Он просто так... Просрал знак. Когда он мог сделать это, я не знаю. Он мог этот знак потратить, я не знаю, тогда, когда мы тащили. Ну, на том месте, где вот эти турели появляются. Там можно. Я сам несколько раз там проигрывал и брал знак. Это можно. Но здесь мины. Это самое простое задание. Обойти мины. Убить там врагов. Врагов это вообще проще всего. Там самые стандартные пока что идут. Первый уровень, считайте. Здесь. Это вообще, это... Они не слышат, как пикают мины. Они не слышат, как работает эта вообще эта штука. Смотрите, он опять еще подорвется. Нет, не подорвался. Странно. Контрольная точка. Я был уверен, что он подорвется. Игроки воскрешены. Я не знаю, что это за команда. Этот чертов крейсер держит шахты под плотным огнем. Я уверен, что это Алекс. Ну, конечно, вот Питер. Вот, ребят... Ладно, без мата давайте скажу. Нахера он взял этого сраного инженера? Нахер он нужен, блядь? У него ни патронов, нихуя. Нахуя кому-то броня вообще нужна? Зачем какой-то команде, зачем вот нашей команде, вот этой, вот, которую мы делаем? Нахера нашей команде броня? Когда нам нужен медик, два медика или один медик, я не знаю. Потом, чё будешь? Ничего. Это просто, это капец, да вообще... Давай, вот так надо, вот так вот надо, вот так вот стрелять, вот. Вот, стреляйте, убивайте, получаете очки, все. Из такого сложного ничего не дают, вот. Вот, стреляйте, все, даже можно подойти к ней вместе, ходите там ее с дефибриллятора убить. Это возможно, это все можно, а вы, вы нубы, блин. Вы играть не умеете, блин. Я не знаю, как вы даже дальше дошли. Странно, правда. Никто не подорвался, блин. Ну все, считайте, мы слили. Ребят, даже дальше не смотрите видосик, это нет смысла просто. В общем, не знаю, это все херня. Это все херня. Это все.
это все херня. Капсулы с турелями уязвимы так. В полете. А, ну сейчас капсулу, конечно же, блин. Пидор. Очень не подорвался. Давай, блин, давай, 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 ёп. Где там этот пидор? Давай, 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 лечу, лечу вас, лечу, блин. А этот хули, блин, сидит. Лежит, блин. Сливальчик. Просто в глубокой жопе, бля. Нет слов нет. Да пошел ты, бля. Кто ты, бля? А, ты хуй. Ща, все нормально, ща будет еще. Контрольная точка, сейчас заебато будет. У меня нету, я медик, ребята. Ничего не попутали, нет? Бронепластины ты. Бронепластины, давай. Пидор. Дай броню. Я повредил броню. Нужен инженер. Вот, ребят, я ненавижу тех людей, которые игнорят. Вы просите вот лечить, я лечу. Они ни хера. Внимание! С корабля запущены капсулы с турелями. Да ну да. Их, пока они не приземлили. Броня, дай броню, пидор. Ёбаный пиздец. Да пошел ты. Играть, я не знаю. В куклы, блять, надо играть. Я до Warface еще расти. Я в CS даже рано еще играю. Какой-то я Warface. Хоть Warface это говно. Я извиняюсь тем, кто любит Warface. Но, ребят, Warface это не такая же крутая игра, как CSGO. Хотя они вроде одинаковые, но тут вроде миссии получше, здесь сюжет вроде получше нарисован. CSGO не так, поверьте. Пиздец, это ебаный пиздец, блин. Это пиздец, блин. Все, я их пиздить буду сейчас ножом. Теперь с моим стандартным ножом, хэдшот, блин. Давай мне гранатку. Олег, блин. Сливальчик. Давай, давай, опа. Че, блин? Пидор. Точно ты. Ты пидор. Выбирай. Ты пидор, блин. Ты пидор. Да, бля. Десяточка. Десяточку, бля. А, нет, нихуя. Извиняюсь, ребят, это извиняюсь. Да. Просто я знаю то, что я зря жетон потратил, это просто. Бля. Прилог убит. Не, нихуя. Кил все-таки сделал, все, заебись. Так. Окей. Сейчас вообще жопа будет, короче. Ну что, готовы? Это просто капец, какая жопа сейчас будет. Это просто огромнейшая жопа будет. Прям жопа жопищ. Боже. Это такая жопа, прям вообще, это охрененно. Я не знаю, вы видите это вообще, графику, я не знаю. Для вас эта графика, это все портит в виду. Это один из взломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Капец. Вырубите его. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протокол. Да ну нафиг, ракет. Я пошел вниз сразу, все. Я пошел сразу вниз, меня вообще похуй. Честно, мне похуй. Извините, что я говорю, но мне реально на команду, на все, на то, что я единственный медик, мне насрать вообще. Потому что. Ну все, они слили, блин. Все, слили я уже два. И вы не поверите, но я почему-то этому рад. Я почему-то рад, то, что мы слили. Вот честно. Вот честно, мы слили. Я рад этому, ребят. Я рад, то, даже если бы у меня были знаки, я бы все равно не начинал. Они играют, смотрите, они вместе все идут. Охренеть. Они никто никого не прикрывает, они просто толпой идут. Взять гранатометом их четверых завалил сразу. Вот это все ранги, блядь, говно. Ихние. Вы вообще посмотрите на ихние ранги, да. Это просто, это капец, это вообще. Я вот не ходил никогда на спецки, когда был с такими рангами. Я вот просто говорю, блин,
Ну не буду позориться, ладно, там играют профессионалы, которые уже давно играют в КС. Там, например, месяц хотя бы. Или неделю. Ну, хотя бы неделю, да. И потом я вот начал уже, когда устал почти что рамбом. Я конечно, был не рамбом, у меня были такие пепрунки. Ну ладно. В общем, только тогда я начал уже ходить на спецки. Я ходил на спецки всякие разные. Я ходил сначала... Ну, сначала я начал с вулкана, потом Анубис я прошел, ну, на легкой сложности. Я вот... Я просто офигеваю, когда такие ранги доходят до сраного профи. Я просто, я не знаю, за них команда тащит, они тащат. Честно. Почему-то, когда вот один тащит, один в команде тащит, тогда они вообще перестают тащить и все. Они заблокировали все проходы. Потому что думают, да, все, все. Это все нормально, это так и должно быть. Все, типа, поиграл, все. Получил свой какой-то ранг, там есть звание, как оно называется, блин. Все, они слили, вот, все, они слили. Они полностью слили. Идем дальше. Ну все, лох, вот этот Алекс, блядь, пидор, блядь. Вот, если ты это смотришь, если ты мой подписчик, то я тебе просто... Я расстроен, бля. Ты пидор, понимаешь? Ты играть не умеешь. Ты вот на последнем месте, я не знаю, как ты добрался до второго места. Наверное, потому что я там, ну, медик, ладно. Если бы я был этим, как его звать-то, бля. Все, мы слили, вот наш слив. Вот наш, блядь, слив. Все. Мы слили на такой простой херне. Вот на такой вот простой, когда надо было пробежать до туда, все, контрольная точка, все. Хотя дальше бы они точнее не прошли, даже если бы сейчас прошли. Ну, в общем, я не знаю, это просто капец. Да, и меня, посмотрите, посадили. Я, значит, слил. Так, я буду медом тогда. С Алексом. Я не знаю дальше, идти и не идти. Да нахуй этот Warface, ребят. Играйте в CSGO, играйте в другие игры, играйте, я не знаю, Battlefield и Call of Duty. В Warface не заходите, если вы не умеете играть, ну, в команде. Если вы не умеете играть в команде, то вам в Warface делать нехера. Потому что Warface это именно командная игра, и поэтому те, кто из CSGO пришел, а в CSGO не командная игра, там, играй как хочешь, в общем, главное попасть по врагу, то здесь... Если человек приходит с Warface, ой, извиняюсь, если человек проходит из CSGO в Warface, то там он сразу начинает, а, Warface говно, CSGO лучше. Нет, это ты говно, понимаешь? Кто-то говорит, просто вы научитесь играть в команде. Warface это именно игра командная, чтобы играть командой в эту, блин, игру на этой карте. Я знаю то, что все, почти что все игроки Warface не командные, именно те, которые ранги там от квадратика этого зеленого до трех рамбов. Они очень не командные, и они, в общем, никогда не тащат. Так что нет смысла вот этим ребятам даже, ну да, можно продолжить, научиться там нормально. Если вы в командной игре нормально играете, то вы уже рангом, ну, крутым, то есть вы уже и... Получили золотые всякие там рыцари, вы уже 80-й левел, и хер знает какой левел, короче. А если вы не умеете в команде играть, то вам, ну, вам сложно будет просто играть, потому что все будут нормально тащить, все будут ранги получать, а вы все в жопе будете полный. И вы вместо того, чтобы закончить игру за, ну, например, за 3 года, вы ее закончите, я не знаю, за лет 5, наверное. Если сможете, если даже за лет 6 сможете, тогда дойти уже до 80-го ранга. Но придумывают еще эти сраные ранги, и тогда еще будет сложнее вам проходить. Так что, ребят, если вы не умеете играть в команде, то вам нехера делать в Warface вообще. Идите лучше играйте в CSGO, там, ну, все школьники играют, короче, в CSGO. Все, это я понял. Ну, вот и все. Наверное, сегодняшний такой выпуск был такой немного злой от меня. Ну, если вам понравилось, а вам, наверное, понравилось или не понравилось, да мне насрать. Короче, ребят, если вам понравился этот видеоролик и вы хотите еще продолжение такого видеоролика, то, пожалуйста, давайте наберем 100 лайков на этом видеоролике. Ну что ж, всем спасибо... Что-то я хотел сказать, ну пох.
потом в следующем видеоролике. Похер. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.